Всем привет, с вами Варек, это Light Matter. Продолжаем выживать, продолжаем узнавать и познавать тайны этого странного места, где тени убивают. И самое главное, кто же наш главный герой? Шпион или все-таки нет? Давайте продолжим. Так, что нам нужно? Нам нужно, я так понимаю, перебраться туда. These platforms. They move fast, don't they? I have James race them. It forces my security manager to be in top physical condition. You see? I nurture the talents of my employees. Так, давайте. Ну, попробуем сначала так, посмотрим, что с той стороны. Ну, по старой схеме, по которой мы работали. Не получилось. Первый, блин, комом. Продолжаем. Врагу не сдается наш гордый вояк. О. Хоба. Так, и... Ну, я так понимаю, нужно в ту сторону. Соответственно, мне нужно опять же переправить. По-моему... Да, по-моему, здесь, собственно говоря, все так же, как и на первом этаже. В чем разница, я особо-то как пока и не вижу. Ну, наверное, в источниках света. Давайте пробуем. Ага. Угу. Дайте угадаю, куда нам нужно, сюда, соответственно. Ага. А, ну, все казалось проще, чем я думал. Надеюсь на это. Вперед. Well done, journalist. When you meet James, ask him to check the time. And tell him that I won. See you on the other side. По-моему, он эту же фразу говорил, нет? По-моему, это я уже где-то слышал. Так. Да и это место похоже на то, где мы были. Или может у меня легкая паранойя? А может и не легкая? Нет, перетащить его сюда все равно не смогу, поэтому вперед. А, было бы неплохо. И почему он не додумался взять с собой фонарик? Вот почему? Why? Угу. А, или фишка в том, что мне теперь нужно все-таки, да, притащить, получается, оттуда и осветить себе путь. Видимо, так. Ну, платформы же двигаются, поэтому я могу сделать очень достаточно простую вещь. Сделать вот так вот. Потом... Сделать вот так. И... Перетащить лампу сюда. Тихо-тихо-тихо. Или я не могу этого? По-моему, нет, не могу. Или могу. Давайте-ка попробуем как-нибудь вот так. Нет, надо ближе ставить. Понял. Надо ставить так, чтобы не упасть. Вот. Тихо-тихо. Хм. А вот это уже интересная задачка. Как сделать так, чтобы я смог туда перетащить лампу?
так, что ли, просветить? Нет, я тогда до этой лампы не достану. Интересно, интересно, интересно. Ага. Ладно. Эту загадку я все равно решу. Рано или поздно. Торопиться мне некуда. Эфирное время, скажем так, неограниченное. Делай, что хочу. Угу. Все равно. Вот по идее мне бы вот как-нибудь вот. Ну, я близок, мне кажется, к решению данной проблемы. Ну, почти был близок. Ага. Ну, в чем моя попытка, загадка? Как-то очень близко поставить лампу. Как-нибудь вот так вот, чтобы... Нет, не получается. Ну вот не хочет он. Ну и все. Это ГГ. Может, там я тогда одну какую-то лампу пропустил? Ну, потому что это не серьезно, товарищ. Ну, по идее, должно быть три лампы, нет? Так, ладно. Посмотрим еще там. Если никаких ламп я не найду, то придется каким-то образом... А, или здесь есть выход? Нет, здесь выхода нет. Ну а как мне тогда пробраться? Там выхода нет. Здесь тоже не ахти. Здесь все заперто. Меня начинает одолевать смутные сомнения, что я что-то... А. Ой. Ладно. Это было, конечно, эпично. Дайте угадаю, этот лифт тоже разрушится. Но по закону жанра он должен разрушиться. Ну, я был прав. Ну, как я и говорил, ничего не получилось, но это было ожидаемо. Но нельзя так просто взять и... Да. Туда я не попаду. He's not trying to improve it. He's trying to overload it. If he manages to do that, we are all going to die. I am not going to let Arthur ruin our future. Спальный мешок? Зачем? I have to get to Virgil. А, так мы же здесь уже были. Whoever finds this, if it's not too late, tell Virgil that Arthur needs to be stopped. Да, мы здесь уже были. А в чем тогда дело? И куда нам теперь идти? Ну, явно не сюда. То есть нам нужно возвращаться, да? Угу. Нет, надо поставить лампу так. И получается лампу поставить вот так вот.
Надеюсь, все сработает. Нет, 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 все, великолепно. Возвращаемся, да? Только сейчас со светом проблема. Я бы даже сказал, проблемище. Ну, других выходов я не вижу. Возвращаемся назад. Угу. Была загрузка, значит, я сделаю все правильно. All right now. Pay close attention. It seems that when it comes to you, nothing can ever be simple. That elevator was your quickest way out. But I have an idea, and it involves making this partnership mutually beneficial. You are going to be my assistant. Try to contain yourself. You will be moving deeper into the facility through our research and development department. Before I allow you in, I would like to make something abundantly clear. Be careful with what you touch, and no photographs. Какие фотографии? Слушай, мне бы просто выжить, а? More about the plan as I work out the details. Do not make me regret this. And remember to do exactly as I say. Нам сюда? Да, сюда. Лифт? Как? Как в Portal? Ну вот серьезно, ну вот эта игра. Это Portal только без порталов. Вместо портала, вместо пушки у нас прожектора. Все. А, ой, простите, заговорился. Антураж красивый. Ну, мне нравится вот такая архитектура, такая стилистика. So, assistant, this is where we develop our photon connectors. Everything you see here is confidential, expensive and fragile. Don't treat it like you treat my elevators. Легко ломается, ну, fragile — это хрупкий. Перевод не совсем точный. Он суть передает, но хрупкий, по-моему, было бы лучше. Нет, так нет. Ну-ка. Эй. Интересненько. Слушайте, а может, можно заказать? Я вот баночку. А почему она открывает дверь, если это жратомат, грубо говоря? Место, где можно купить еду. В данном случае напиток. Газировку. Интересно. Behold, a photon connector. Угу. Нам дают новую игрушечку. Хорошо. И? Ah, a beam of light so magnificent, it almost looks like matter being created before. Слушайте, круто. Это когда вот у нас, получается, нет прожекторов. Мы можем шляться там, где не могли ходить раньше. А вот это было подло. Как теперь быть? Надо засечь на какое время. То есть он, скорее всего, работает. А, я, может, работает на какой-то определенной длине. Угу. По-моему, да, здесь нет времени, зависит от длины луча. Так, а если так,
И что я получу? А ничего не получу. Угу. По перилам пройтись я не могу. Хорошо. Еще одну штучку нам такую не дадут. Допустим. Так. А вот это уже интересный вопрос. А если с той стороны я попробую создать коридор? На ту сторону-то меня пустят, нет? Нет, не пустят, потому что здесь я не пройду. Но с собой-то вещи я таскать не могу. И что теперь делать? Да, он прерывается. Хорошо. На ютубчике-то давно уже все, скорее всего, это прошли дело. А, понял, кажется, понял. Вот почему он прерывался из-за препятствий. Вот я глупый, а. The connectors suspend photon crystals over electromagnets. As long as they're in line of sight to what I call a mother source, they create a powerful beam of light matter. A beam so powerful that it produces a surplus of energy. Although the connectors are just prototypes for the core, they display the very essence of light matter. А, здесь-то, скорее всего, вот так можно сделать, да. Так поступить. Я смогу тебя взять? Да, я его с собой... Я его с собой... Ты, оказывается, умеешь. Ты вот прям... Могёшь. Мог. Хорошо. Know this. Without the technology behind the connectors, photon crystals would be no better than diamonds, boring and devoid of function. The crystals possess great power, but it's my technology that releases and tames that power. Так, а может быть здесь получается? Ну, как вариант здесь, почему бы нет? Вот почему ты не можешь прыгать с вещами в руках? Я понимаю, что не все у нас. А, и присесть-то ты тоже, получается, не можешь. Угу. Угу. Застрял в газетках. Ну, по крайней мере. Он... Очень почему-то не хочет вот просто стоять на этой поверхности. И отсюда он также не хочет... А, подождите, зачем его перетащил, если он работал вот в том направлении? Давайте-ка просто попробуем тогда так сделать. И вот там он работал. Вот как-то здесь он работал, да? Угу. А, тут тоже нужно поймать время. Аккуратненько. Не, слушайте, работает? Серьезно? Это работает? А, только вот куда я иду и зачем?
Интересный вопрос. Так, а здесь нам нужно... А куда нам нужно? А, наверх, что ли? Так, что ли? Ну, видимо, да. Видимо, так. А, вот ты как работаешь. Хм. Все оказалось проще, чем я думал. Угу. Так, нам нужно что? I think a lot about the future. In these labs, I've spent years testing the prototypes under various conditions, all to ensure the success of the core. You see, although the photon collectors have 100.2% conversion efficiency, I've reached 107% with the core. I achieved critical mass. And Arthur wanted to stop at the prototype. Madness. He was so certain that the laws of physics were unbreakable. That is where we differed. Where he saw laws, I saw suggestions. Так, а волшебные кнопочки-то у нас, я так понимаю, нет. Что нам теперь делать? Ага. Ну, сейчас забаговалось, конечно же. А, подождите. Подождите. Все достаточно проще, чем я думал. Ну, как проще? Относительно проще, конечно. Все, я понял. Assistant, I think a lot about the future. In these labs, I've spent years testing the prototypes under various conditions, all to ensure the success of the core. You see, although the photon connectors have 100.2% conversion efficiency, I've reached 107% with the core. I achieved critical mass. And Arthur wanted to stop. Забавно, что игра у меня вылетела после его речи про критическую ошибку, критическую массу, вот, скажем так. Это очень забавненько. Ну, как по мне. Продолжаем. Не сдаемся. In that tunnel, we expose the photon connectors to wind, water, and hail. These tests ensure that the core, no matter the weather, will survive. You are no crystal, but you should be able to handle a couple of rounds through it. Assistant, I have expectations. You can do better than that. Ну, здесь все понятно, то есть нам нужно поставить будет. Угу. То есть, по идее, теперь нам нужно перенести вот ту лампу сюда. То есть, обе лампы сюда. А, нет, не получится. А как тогда? Через стекло он же вроде передается, передается. Поэтому давайте-ка попробуем таким образом. Ага. Ну, по идее, все. По идее, здесь все понятно. Соответственно, мы едем, едем, едем. И все, вот теперь точно работает. Excellent. You have overcome an obstacle and been baptized in the waters of light matter. I can almost imagine the stench of journalist fading away. Ну, чтобы не рисковать. В каком-то конференц-зале.
Хорошо. Ah, the core. No matter how many times we see it, it leaves us in awe, doesn't it? Мы его уже видели, да? This is everything Light Matter Technologies has built towards. Every power cell, every connector, all of them combined to create this. Знаете что? Наверное, давайте-ка на ядре закончим. Ну, потому что, во-первых, это, скорее всего, мощная локация. Ну, в смысле, сложная. Да и серия уже идет больше получаса. Поэтому давайте подождем, пока он договорит. И на этом мы, наверное, с вами попрощаемся. Спасибо за просмотр. Всем хорошего вечера и всем пока-пока. Увидимся в темноте.